Ну, грустно должно быть, если вы так подумали, Геннадий. Шарик, наверное. Шарик! Что-то у вас шарик-то длинного. Вячеслав, что это? Сам знаешь. Нет, Слава, не знаю. Мне ваше мнение интересно. Дура! Конечно! Да не это, Слава, о чем вы подумали. Итак, зал. Отвечаем, что у мужчин здесь такое вот на поясе сейчас? Фломастер какой-нибудь? Ну да. Пластиковая палочка. Пластиковая палочка. Хорошо. Орган. Нет, это не орган. Все гораздо проще. Итак, уважаемые мужчины, для следующего конкурса вам одним здесь будет не справиться. Для этого конкурса вам понадобится дама. Выберите даму из зала, Данил. Светочка, давайте. Давайте поучаствуем в конкурсе. Геннадий, Эльвира, помогите мужу. Слава, выберите женщину. Без зала женщина понадобится. Да, любую. Кто вам в этом конкурсе поможет? Может, мужчину? Ну это нонсенс, Слава. Да ладно, что ты? Что я? Это же женщина лучше. Вы что, как это смотреть с тобой? Тещу, брат. Не надо. Тещу, говорит, бери. Наташка, иди сюда. Наталья, выходите к нам, пожалуйста. Отлично. Ой, черт, а. Давайте аплодировать. Это самый, наверное, нелегкий конкурс на сегодняшнем вечере, я думаю, будет. Очень нелегкий. Ну, Наталья так довольно идет туда, что. Светлана, что это? Понятно, Света, спасибо за ответ, я вообще. Эльвира, что это? Держалка. Держалка, ну почти. Наталья, что это у Славы? Ну, наверное, нужный инструмент. Нужный инструмент. Какие вы все? А всего лишь основание для детской пирамидки, только привязанное к поясу мужчины. О, мысли у всех. Девушки, встаньте напротив своих очаровательных спутников. Вот сюда, вот на эту линию, где стою я. Отлично. Посмотрите на них. Слава, не двигайтесь, вам сейчас будут... Не надо, нормально все. Все великолепно, Слава. Вы выиграете, я думаю. Итак, я попрошу вынести атрибуты для милых дам. То, что нужно будет делать сейчас, это, конечно, не всегда. Пока не трогаем, сейчас я все скажу. Отлично. Великолепно. Итак, милые дамы, ваша задача быстро и правильно собрать пирамидку у мужчины. Делаем это так. Берем одно кольцо, добегаем до мужчины, вешаем туда ему. Бежим за вторым. Мужчины, придерживайте основания, чтобы кольца не падали. Вот. Во, молодец, Слава. Здорово. Но задача осложняется тем, что глазки у вас будут завязаны. Делать вы это все будете с завязанными глазами. Завяжите дамам глаза. Самое главное, правильно собрать. Не только быстро, но еще и правильно. Эльвира, оденьте повязку как положено. Прическа вам не нужна, третья часть программы. Зачем? Чего? Ниже спустите, пожалуйста, я помогу вам сейчас. Вот так, Слав, Слав! Ну что, милые дамы, давайте я ведерки в сторону чуть-чуть раздвину, чтобы их тут не пошибали, а потом не ползали и не искали кольца. Слав! Итак, Слава! Слав! На старт! Внимание! Марш! Снимите с пирамидок ведра. Покажите залу ваши шедевры. Девочки, встаньте рядом с мальчиками. Эльвира, встаньте, Геннадий, не стыдитесь его с пирамидкой. Держалка. Держалка. О. Итак,
Покажем пирамидки. Здесь собрано все абсолютно верно. Здесь все верно. Здесь тоже все верно. Даже с ведром еще. Ну, работает, Слав, что могу сказать. Итак. Автомат. Но чуть-чуть быстрее. Оказалось, в этом буквально на секунду, почти одновременно, если бы вы чуть пораньше повесили последний наконечник, если бы Слава не отвернулся, вы бы выиграли. А так второе место у Вячеслава и Натальи, а первое место у Геннадия и Эльвиры в этом конкурсе. Вот так вот. Не разбирайте пирамидку-то, не надо. Зачем? Ну, снять-то можно, конечно. Итак, это вам. Это вам. Итак, мужчины, снимите пирамидки. Пирамидки можно не разбирать прямо на поясе, оставить, они не сломаются. Сдайте пирамидки. Аплодисменты участникам.